ведь деньги счастья не приносят, уверяют психологи. Они уверены, что финансовая стабильность может только избавить от грусти, связанной с проблемами, которые можно решить с помощью денег. Ну, например, сломавшийся автомобиль или безнадежно испорченное платье. Наши корреспонденты решили с помощью горожан выяснить, так ли это, и отправились на улицы города с единственным вопросом: что вам не хватает для счастья? И вот что получилось. Хорошего отдыха на природе. Желательно куда-нибудь выходить почаще, то что раз с ребеночком сижу. Ой, деньги правят миром. И счастье все в деньгах, я думаю. Точнее, в их количестве. Честности. Ага, и чтобы люди, прохожие, навстречу всегда улыбались. Наверное, так легче. Улыбчивости не хватает в людях. Все идут такие хмурые, такие всю жизнь убитые. Чтобы улыбались больше. Для счастья, ну, мне шоколадки не хватает сейчас для счастья. С кофе, с горячим. Ну, и большой, как говорится, светлой любви. Но она у меня есть, но и хотелось бы еще больше. Жене норковую шубу. Руки, ноги работают, мозги тоже. Но это же счастье в нашем юном возрасте.